Шановні телеглядачі, цим славетним фокстротом ми вітаємо вас. Ми – це творча група редакції «Публіцист» телемовлення Одеського державного телебачення. До наших вітань приєднується сьогодні і Володимир Нікіфорович Зайков, який, хто не знає, знаєте, очолює вже багато років профспілку Одеського морського торговельного порту. Скільки років так приблизно? Ну, я знаю, лет 30 вже. Так, небагато. Це вже 6-5 річок, по-радянськи кажучи. А привід нашої зустрічі сьогодні такий. Володимир Нікіфорович, ви отримали нагороду. І от кілька слів про це, бо це не просто якась відзнака, це ще і ступінь, це ще таке звання. Ви стали у когорту людей, які є обличчям Одеси, і людей, необхідних для Одеси. Як це зветься? Достояння Одеси, да? Ну, от так, ні много, ні мало. Достояння. Достояння, да. Дійсно, така номінація була. От вона стоялася в кіностудії нашій. Значить, проєктом цим возглавляє Ірина Камінська. Уже кілька років вона. І от вони, значить, там конкурсна комісія створена, которая следит за теми людьми, которые попадают в эту номинацию. И моя кандидатура была рассмотрена и признана достойной, так сказать, этой номинации. Вы знаете, во времена, которые мы по наивности называем советскими, было принято в таких случаях говорить, что это, конечно, награда, врученная мне, но она принадлежит фактически коллективу. Вот какому коллективу? Несколько слов об этом самом коллективе. Да, это хотел и сказать, что действительно ведь награда сама по себе, она ничего не значит. Вот. Она-то значит, конечно, я не так выражаюсь. Поэтому называется «видзнак». Видзнака, да, видзнак. А это видзнака, что человек без коллектива? Ничего. Коллектив делает человек. И я считаю, что эта награда действительно она принадлежит коллективу Одесского морского торгового порта. Тому коллективу, в котором я работаю. Тому коллективу, который сегодня делает для нашего города все, чтобы наш город работал, чтобы город строился, чтобы город сегодня процветал. Чтобы Одесса была, как Одесский порт, флагманом морской отрасли, а чтобы наша Одесса была флагманом среди всех городов, те, которые имеют порты. Одесская телестудия – давний добрый друг порта, порт – давний добрый друг студии. Собственно говоря, как только она родилась в 56-м году, то первые съемки, одни из первых, по крайней мере, были в порту. И уникальные материалы должны сохранять наш архив. Порт менялся, естественно, менялся город. То есть близнецы-братья они были, и студия соответствующая. Но мы всегда знали, что порт играет громадную роль в жизни города и области, кстати. Ну, Украины, он же мирового класса порт у нас. Еще и в прямом смысле слова, потому что порт всегда действительно по-дружески делился не только своим теплом, не только своей самодеятельностью, но и даже непосредственно грошами с городом. Сегодня, наверное, это гораздо сложнее делать в нынешних обстоятельствах. Но я скажу, тем не менее, мы продолжаем такую начатую традицию. Мы выступаем во многих проектах, я имею в виду профсоюз, значит, которые позволяют возможности финансировать ту или иную программу. Но сегодня я вам скажу, основная программа – это медицина. Медицина та, которая сегодня требует определенных таких, будем говорить, серьезных вливаний. Обращаются люди не только из Одесского порта, у нас там все в порядке с медициной, все застрахованы и скорой помощью, и медицинским программой «Стационар». Обращаются люди из города, и этим людям мы тоже оказываем помощь. То есть мы сегодня говорим о том, что, как это ни странно и пошло, и, может быть, мещански звучит, но поскольку человек мера вещей, то здоровье, в общем, дороже всего дороже остального. Всего, абсолютно правильно. Вот. Правда, практика показывает, что не все это понимают из сильных мира сего, потому что у нас здравоохранение, в общем, далеко не на первом плане вот в этом отношении. Однако порт сохраняет свои принципы, я так понимаю. Абсолютно правильно, да. Ну, и что касается ваших заслуг личных и общественных, то неспроста сегодня ветеранские организации
до того существовавшее в большем или меньшем режиме внимание общества и государства, объединяются, потому что им тоже туго приходится. И вот выяснилось, я для себя выяснил только сегодня, что главой, президентом этой ассоциации ветеранских организаций является все тот же Зайко. Ну, я вам скажу, что мы несколько лет тому назад на заседании правкома приняли такое решение, чтобы выступить с инициативой такой к общественным организациям нашей области, объединиться в какую-то структуру. И вот тогда родилось такое вот название «Ассоциация ветеранских движений Одесского региона». Мы сделали конференцию, вот, сделали такую организацию, вошло тогда 37 общественных организаций в нее. Почему мы сделали? Потому что сегодня эти слои населения, они требуют особой защиты, особой социальной защиты. Хотя у нас законы как бы хорошие, они предусматривают. Чтобы они еще работали, им не было цены просто. Абсолютно правильно, да. Они предусматривают социальную какую-то защиту, но, к глубокому сожалению, к нашему сожалению, к сожалению всех общественных организаций, которые сегодня входят в нашу ассоциацию, эти законы не работают. И вот наша задача организовать, чтобы эти законы работали, помочь тем людям, которые сегодня нуждаются в этой социальной защите. Также вот на базе Одесского порта была организована, будем говорить, такая вот, ну, гуманитарная политика наша. Мы, в общем-то, сделали такой, будем, отдел нашей ассоциации, где бы гуманитарные грузы сосредотачивались, и мы могли бы помогать тем людям, которые сегодня нуждаются. Так это, в общем, не слишком громко сказано, терминал. Что на территории порта терминала, это понятно, традиционно. Да. Но вот когда я посмотрел на схеме... Ну, я специально ушел от этого слова. Гуманитарный терминал. Вот, да. Тем не менее, это терминал? Это терминал, да. Терминал, ну, он набирает свои обороты. Я думаю, что действительно он будет мощным терминалом, потому что сегодня мы завязали уже связи и с американцами, и с немцами завязали связи. Те, которые люди сегодня хотят помочь. Но он уже работает, да, ведь есть же некоторые цифры. Работает, да, конечно. Мы более 550 колясок распределили инвалидных, а каждая коляска там 10-12 тысяч стоит. Продовольственные продукты распределили. Сейчас работаем над медикаментозным обеспечением. Кстати, вот совершенно недавно организация «Красный Крест», она вошла в нашу ассоциацию. Вот, так что мы тоже налаживаем связи. Сейчас есть наработки такие, что получим медикаменты. У нас адресная помощь, то есть она легко проверяемая. Если коляску мы даем, то мы даем Иванову, Петрову, Сидорову. Усушки и раструски не будет, нет, да? Нет, такого нет у нас. Но она получается адресом бесплатно, но сама по себе она же не бесплатна. Не бесплатно. А не кто бесплатно. Все-таки оплачивает это? Кто оплачивает? Если не секрет. Одесский порт. Одесский порт. Профсоюз Одесского порта. Понятно. Вот. И нужно сказать так, что традиционно... И, кстати сказать, там и Михаил Юрьевич Соколов, это начальник администрации нашей Одесского порта, очень оказывает большое содействие там в растаможке груза. Ну, в общем, мы находим... У нас еще не очень привычная структура для простых смертных. Вот давайте объясним зрителю. Начальник администрации порта... Это не начальник порта, да? Это... Нет, это начальник администрации. Начальник администрации Одесского порта. Не было такой структуры, да? Это до закона о портах, когда вышел, он разделил государственное предприятие на два предприятия. То есть администрацию сделал и порт. Как был, так порт и есть. Но только в администрацию отошли стратегические объекты, там хозяйственная деятельность. В принципе, закон... Правильный, закон нужный, но его еще надо рихтовать. Ну, собственно, это по западному образцу, да? По западному образцу, так, да. Например, да. Надо рихтовать этот закон. Традиционно, можно сказать, три основных направления. На самом деле, их больше у деятельности профсоюза порта было. Это, естественно, история живая, пусть она живет еще тысячу лет, наши ветераны, старики. Это детки.
Это уже следующее поколение портовиков, потому что там есть традиция преемственности, да? Вот, династии трудовых. И молодежь. Вот ветеранов мы уже коснулись. Давайте вот про эти два направления. Молодежь. Ну, по молодежи. С развалом Советского Союза, с образованием нового государства Украина, безусловно, те молодежные организации, то, что комсомол был у нас, все это распалось. И молодежь осталась как бы невостребована. Но профсоюз, в общем-то, тогда, спустя там несколько лет, мы так посмотрели, что сочли необходимо создание молодежной организации. И у нас в Одесском порту создалась первая молодежная организация. А потом, по примеру Одесского порта, уже были созданы в портах молодежные организации. И сегодня молодежную организацию у нас, наша молодежная организация, наш председатель Бузиновский, значит, благодаря, в общем-то, его усилиям, он объединил молодежь портов Украины в единую молодежную организацию. Сегодня уже такая структура существует, сегодня такая структура начинает жить. Вот она, собственно, первые месяцы свои начинает жить. Единая молодежная организация портов, но где-то в каком-то порту должен быть ее там, начальство, грубо говоря, центр. В каждом порту свой лидер молодежной организации. У нас Евгения, девочка-лидер комсомольская, Прокопец, грамотная девочка. Комсомольская, вы так по-старому еще. Да. Ну, Самольская, точнее, он же не ком теперь, да? Он же не идеологический союз. Идеологический, он чисто возрастной. Возрастной, да. Мы же сделали глупость. Мы из-за слова ком, мы вообще забыли про молодежь. Про молодежь, абсолютно правильно. Ну, не ком, но Сомол все равно. Союз молодежи. Молодежь. Только сейчас, через 25 лет, доходит, что мы что-то не то сделали. Правда, говорят, «Комсомольская правда» сейчас вспомнила, что это надо убрать название, так сказать, первый слог. Ну, поздно до нас доходит. Но, как говорят одесситки, лучше позже, чем никому. Да? А вот конкретно практическая работа. Я знаю, что он ведь создан был довольно давно, молодежный союз порта. И поговаривали, что, в общем, там КПД невысокий. Сейчас он как-то повысился. Нет, КПД повысился. Повысился, да, потому что они сегодня участвуют и в общественной жизни, не только порта, а в общественной жизни города нашего. Они проводят субботники. В частности, вот они взяли там парк Шевченко, наш молодежь, сделали аллею, поставили там скамейки, ну, целый такой комплекс сделали в парке Шевченко, я считаю, это правильно. Значит, определили определенные, несколько там взяли детских домов, ну, интернаты они называются по-другому, держат. В общем, ведется работа. Вообще, когда был ликвидирован комитет комсомола порта, очень знаменитый, из него, кстати, вышли очень известные люди, толковые руководители, то как-то начальству стало легче, потому что, в общем, от молодежи доставалось. Угу. Вот сейчас как, достается, нет? Или у вас есть координация какая-то? Нет, координация есть у нас. У нас есть координация, и, в общем-то, в Одесском порту, во всяком случае, молодежь очень грамотная и толковая. Они понимают, что надо и что необходимо сделать для того, чтобы работало предприятие хорошо, для того, чтобы наш город лучше начинал жить, и для того, чтобы были обеспечены наши то ли детки, то ли старики. Каким-то образом. А вот, кстати, о детках. Это ведь очень серьезная забота порта. Правда, когда-то было все проще. И детки многих предприятий, относительно успешных, в общем, завидовали деткам своим, ровесникам, чьи родители в порту. В общем, сегодня порт о них не забывает, как я понимаю. Нет, мы не можем забыть о детях, потому что если мы забудем о детях, то не будет нашего будущего. Это все мы прекрасно понимаем, четко понимаем. И наши детки сегодня работают, мы работаем для них в той программе, в которой мы и ранее работали. Мы проводим день выходного дня, мы стараемся привлечь их в различные там кружки. Значит, у нас работают на территории порта свой спортивный комплекс. Вот, там спортивный комплекс открыт, там и секции по боксу есть, там и секции по карате есть, где дети работников порта могут привести своих детей. Что касается праздников, то дети всегда у
участвуют в этих праздниках. День порта будет или там еще какой-то день детей, защиты детей. Проводим такие праздники. Вот новогодние праздники, уже традиционные новогодние праздники у нас 3-4 числа. Они проходят в зале КВЗ, культурно-выставочного зала на Морском вокзале. И что сейчас как бы так характерно, что ранее как бы государство могло обеспечить подарками соцстрах. Профсоюз? Соцстрах, да. Даже, да, соцстрах. Сегодня этого нет. Дети как бы так вот в сторонке. Не надо им подарки. Но мы до этого приобретали подарки. Они приобретали, мы дарили подарки и дарили еще подарки государству. Сегодня государство как бы не может обеспечить, может быть, и по понятным причинам, идет война там. Вот мы на прежней, будем говорить, ноге обеспечиваем детей подарками и, безусловно, делаем новогодний бал для наших деток. Вот это будет 3-4 числа в культурном выставочном зале. Как всегда, яркий солнечный праздник. Да. Но, вы знаете, праздник праздником, а вот будни под конец, вопрос очень сложный. Так я бы выразил одним термином. Сокращение. Сокращение. Сокращения у нас идут. Вот надо было сократить нам на ТГТ, на терминале вышло постановление Кабмина, там функции надо было передать стивидорным компаниям, те, которые выполнял порт. Значит, 76 человек подлежат сокращению. На сегодняшний день мы трудоустроили почти всех. Осталось 12 человек нетрудоустроенных, но они еще на больничном листе, и наша работа продолжается. Я думаю, что эти 12 человек будут тоже трудоустроены в порту. То есть сокращаемым предлагаются рабочие места? Рабочие места, да. Находим рабочие места для наших людей, потому что мы понимаем, что сегодня очень сложно устроиться куда-либо на работу. Мы работаем со стивидорными компаниями, работаем с городом и по специальности наших людей стараемся трудоустроить, чтобы он даже не потерял заработной платы. Порт всегда немножечко так, по-доброму, он спорил с городом, кто был раньше. Порт говорил, что, собственно, из-за порта-то и город появился. Стали строить порт, к нему стали пристраивать какие-то строения, к нему еще, и получился город. Город говорил, что наоборот. Вот. Сегодня, в общем, этот спор наивен, и, в общем, он далеко не актуален. И тем не менее, как говорили, что было раньше, курица или яйцо. По-прежнему портовики утверждают, что все-таки порт первичен. И градообразующий. Ну, это понятно, то, что порт – это градообразующее предприятие. Вначале пришел корабль, встал, затем выгрузил что-то. Появился пагаус. Да, пагаус появился. А затем уже... Потом таможня. Таможня, да. А затем уже санитарная служба. А затем уже города появился. Понятно. То есть этих убеждений исторических порт не меняет, не слава меняет, Богу. Да. Ну, в принципе, мы рождены в один день. Да, и поэтому я возьму на себя мандат от имени наших зрителей просто пожелать, чтобы и в дальнейшем при любых трудностях, вероятно, постучим, но никуда не денемся. Постучим. Без них не обойдется, да? Да, трудности. Но ведь порт-то видал виды, в общем, да? Да. Чтобы он сохранял и это, и прочие все свои убеждения, потому что будет жив и здоров порт, так уж и мы, одесситы и Одесса, не пропадем. Спасибо вам. Спасибо большое.